И всем здорово, народ, Саенко на связи. И сегодня, 24 ноября, началась акция «Черная пятница», в которой есть скидки практически на все, но все равно этот, скажем так, ивент один из самых худших. Сегодня мы откроем 30 контейнеров «Черная пятница», в котором нам выпадет как минимум 3 танка из списка. Это, кстати говоря, очень удобная штука, потому что, ну, вот эти вот бустеры, они обычно здесь так и будут выпадать. То есть, угу. То есть в процент... в 80% сундуков будут падать бустеры. Золото, отлично. Идем дальше. Цель открытия этих сундуков — это просто фарм. Фарм за танки, которые выпадают раз в 10 сундуков. Потому что сейчас идут скидки. То есть на разные ветки разный процент скидки. И опа. Тетрарх, Бескоприем, отлично, компенсация. Пофармили еще немножко. Нам остается 2 сундука до первого обещанного 100% танка. Так, 50 тысяч. И какой же будет танк? ПЗБ-2. Он уже есть, поэтому просто компенсация. Идем дальше. Опять бустеры. Бустеры на самом деле недооцененная вещь. То есть они очень часто иногда помогают, особенно когда X5 с премиум аккаунтом, и бустеры — это прям вообще шоколадка. Опять бустеры, ну вот на экипаж я не знаю, куда девать, а вот на свободный опыт или на прокачиваемый опыт — это очень даже неплохо. Половину сундуков мы уже открыли, из них нам выпал только тетрарх и голда. 14 сундуков остается. Прем, ну хотя он мне не нужен, в принципе. 50 тысяч серы. Так, опять 50 тысяч. 125 золота. И обещанный танк, 100%. Давай из 2. Ух ты ж, Так, несмотря на то, что эти танки оба у меня есть, но все равно неплохой фарм. Уже 2 ляма нафармили, кстати говоря. Очень даже неплохо. Идем дальше, опять бустеры. Еще бустеры. Так. 50 тысяч кредитов. Если вам понравится данное видео, то вполне возможно, что я буду каждый ивент открывать сундуки, потому что я их и так открываю, а так будет хоть польза какая-нибудь. И как только вы наберете определенное количество лайков, которое скажет Рома, то я выпущу вторую часть с еще одним открытием этих же контейнеров. Тем временем у нас остается всего 3 сундука, в котором голда, последние 2 сундучка, бустера и последний сундук с танком. ФЦМ, новый танк, кстати говоря. ФЦМ. Это же его, походу, только в игру ввели. Прикольно, прикольно. Ладно, ребят, всем удачи. Скоро будет вторая часть, если вы наберете определенное количество лайков. Всем удачи, всем пока.